Чемпионат среди кофеваров прошел в Махачкале. Участие в нем принимали лучшие баристы со всего Северокавказского федерального округа. Конкурс проходит в республике уже второй год. О том, чем удивляли организаторы в этом году, расскажет Хадижа Курбанова. Волнение, азарт и ароматный запах кофе. Такая обстановка царила на северокавказском чемпионате бариста. Гости республики все в один голос утверждают, Дагестан – это место процветания кофейной индустрии. И не случайно конкурс здесь проводят уже во второй раз. Работа бариста, она предусматривает в себе столько тонкостей, которые я даже до сих пор за 3 дня не смог охватить. То есть не такая же простая эта профессия. И приятно, что Дагестан принимает себе еще одно мероприятие, то есть записывает в свою копилку еще одно красивое, хорошее мероприятие, которое на хорошем уровне проходит именно у нас в республике. Это радует. Латте, арт и классик. В этих двух номинациях соперничали 25 участников соревнований. Они выкладывались на все 100, ведь за звание лучшего бариста Северного Кавказа определенно стоит побороться. Среди приезжих ребят талантливые и амбициозные парни и, как ни странно, не менее целеустремленные представительницы прекрасного пола. Именно по профессии бариста я полгода, но я очень давно увлекаюсь кофе. На самом деле это один из самых любимых моих продуктов вообще. Я всегда интересовалась этим, как, что происходит. И при первой же возможности я просто устроилась на работу. Я уже второй раз выступаю в подобных мероприятиях. Я получаю от этого много опыта и стремлюсь попасть на всероссийский московский чемпионат. Ради этого, в принципе, мы все сюда приехали, я думаю. Дагестан представляет наибольшее количество ребят. Среди них Омар Муртазалиев. Он в кофейной индустрии уже более 5 лет. Пришел в один из кафетериев города просто подработать. Но не мог и подумать, что настолько увлечется кофе. В кофейной индустрии я работаю уже более 5 лет. Пришел в эту сферу, ничего не зная об этом. И когда узнал, стало интересно и начал развиваться, узнавать много нового. Оценивает ребят компетентное жюри. Это люди, опыт работы в кофеиндустрии которых уже более 10 лет. Они оценивают каждую мелочь, от насыщенного вкуса до креативной подачи. Результаты соревнований определят, кто из ребят отправится на всероссийский чемпионат бариста, который пройдет в Москве. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал НТ. Махачкала.